Так, пацаны, сегодня стартует у нас тот АПЛ, стрим будет на Твиче, ссылочка в описании, запущу где-то к 8 часам, приходите. Ну и также напомню, что лайкаю первые 100 комментариев. Ну что, друзья, всем здорово, скучали по бомбящему пандосу? То иногда в комментариях мне писали: пандос, что ты в последнее время мало бомбишь, раньше ты веселее бомбил. Так вот, сегодня вы увидите того самого старого пандоса. Как так вышло, узнаете, собственно, через несколько мгновений. Так вот, этот видос является продолжением предыдущего видоса, из которого я разделил эти два самых видео, потому что я никак не смог сгенерировать два названия, которые бы оба сочетались на одной обложке. Поэтому пришлось эти два видоса разделить. Так что, друзья, я всех предупреждаю, всех чувствительных, всех нежных людей от экранов отодвиньте. В этом видосе будет много мата, много бомбежки, много агрессии. Так что, если вы нежный, чувствительный молодой человек, просто выключите это видео и идите дальше. Сегодня увидите то, что вытворяет FIFA со мной в некоторые моменты. Да, давненько я прям не горел, потому что в последнее время как-то игра у меня хорошо шла, но то, что вы сегодня увидите, это просто какой-то лютый трэш. Ну и хотелось бы в очередной раз поблагодарить моих хороших спонсоров из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте вы можете найти множество спортивных дисциплин, высокие коэффициентики, а также, если вы еще пройдете верификацию до конца, то получите шикарный бонус фрибет в размере 1000 рублей. Ну и если вы, друзья, по каким-то причинам не можете зайти на сайт, то не забывайте, что у них есть очень удобное мобильное приложение. Все ссылочки вы найдете в закрепленном комментарии. А если вам нужны монеты, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Как вы знаете, у нас сейчас тотсики Eredivisie, и я решил затестировать тотс сквад из карточек Eredivisie. Выглядит он вот так вот. Посмотрите на этих красавцев. Да, параллельно также я буду тестить новую схему 4-3-2-1 и новую карточку, которая мне упала, это Яя Туре. Пока я без понятия, что это за пацаны, как они играют, но я решил вот так вот миксануть, сыграть. На воротах у меня рули будет стоять, не было ни одной достойной карточки. Ну и, конечно же, она появилась прям вот в тот же день, когда я записал этот ролик. Выбил в заданиях вот этого Ханчко, Ханско, короче, я опять неправильно произношу фамилию, вы уж простите. Затестим вот этого типа Гана, который выглядит очень неплохо, статки неплохие, ценник 61 000. Вермана затестим. Кудус интересно выглядит на ЦП со скоростью 96, да, защита не очень, но за счет физики, может быть, будет вывозить. Ну и трио в атаке, это Павлидис, жалко, конечно, троечка на финтах. Де Йонг, которого я собрал только что в СБЧ. Статки выглядят фаново, прикольно. Ну и Тадич. В прошлый раз, когда я тестировал Габриэля Жезуса, у нас получился неплохой стрик. 5 побед подряд. И, собственно, давайте продолжим. Опять же, буду первый раз играть этой схемой. Непонятно, что от нее ожидать. Так, первый соперник. Кантона, Мбаппе, Кросс, Модрич. Ой, он будет бить, я уверен. Да. Это кто? Это гол. Окей. 1-0 шот пауэром прошил меня. А ты еще повторы смотришь, да? Ну ты, конечно, и... Так, я Туре разгоняет атаку. Надо пасы его проверить. А, вот это проверили. Тадич, ну-ка. Блять, он опять шот-пауэром хуярит. Да, блять, да как это вытащить, блять? Просто, блять, два шот-пауэра, два гола. Это что за, блять, гений, нахуй? Кудус. Дальше. На Тадича. Тадич, хорошо. Первый пошел. Блять, в защите капец какой-то происходит. Опять шот-пауэром. Блять, это что за гений шот-пауэра, блять? У него все залетело просто. Либо рули такая дырка, либо это какой-то мастер шот-пауэрович. Так, у меня проблемы, друзья. Я ничего сделать не могу против его шот-пауэров. Но это не фол. Но это не фол. Но это не фол. Но это не фол, блять. Пиздец. Да. Блядь, на воротах явно какой-то шутник у меня стоит. Так, ладно, похуй, я не сдаюсь. Даже при счете 4-1. Я ничего сделать не могу. Это просто какой-то разъёб, Петрович. 5-1, блядь. Просто все залетело. Каждый удар в створ. 0 сейвов от рули ебаного. Пенальти. Не ебет, блядь. Хуй знает, что там было, но это пенальти. Пиздец, я в ахуе. Не, ну это максимальное невезение какое-то, я в ахуе просто. Как так не везет? Просто не везет. Просто не везет, блядь! Теперь этот гандон тащит, блядь. Давай, давай, Тадич. Тадич. Он левша, что ли, блядь? Или я что-то не знаю. Почему он слева постоянно бьет? Видимо, левша, я что-то не знаю. 5-2. Было в сайт. Вроде не было. Блядь, не в ту сторону. Хорошо, мой мяч. Блядь, Тадич, иди нахуй, блядь!
Ты чё творишь, блядь? Так, Туре. Хорошо, Туре. Давай, давай, давай. Вот такое вот. И Тадич! Блядь, иди нахуй, Тадич! Ну что за долбоёб? Не, ну это какая-то шутка, блядь. Просто 3 100-процентнейших момента у Тадича, блядь. И все куда-то в молоко, блядь. Ну, видимо, я разучился играть за один ролик. Блядь, опять мяч на Тадича идет. Ну, попробуй только не за... Блядь, я хочу что-нибудь разъебать. Например, блядь, карту Тадича. Ну это пиздец! Ну вы это видите! 4 момента разъебал, блядь, этот ебаный Тадич. Ну, Де Йонг. О боже мой, друзья, не могу забить. Какой пиздец. Не, он сейчас пройдет и забьет. Ну это пиздец. Блядь, иди нахуй. Игра, блядь, ебаная, блядь. Сучья игра, блядь. Сучья схема, сучий Тадич, блядь. Нет слов, просто, блядь, нет слов, нахуй. Где эта схема ебаная, блядь? Какая-нибудь. Так, этот долбоеб идет нахуй. Я пошел нахуй, блядь. Да что вы творите? Блядь, ну это пиздец. У меня просто сейчас нахуй очко взлетит в небеса, блядь. Блядь, что за команда долбоящеров, блядь? Ну это просто невозможно. 7 ебаных 2, блядь. 7 ебаных 2. 5 проебанных моментов подряд, блядь. Какую нахуй команду легендарную я собрал? Блядь, а его Шмехель все тащит нахуй. Ну это невозможно, блядь. Один забили. Блядь, ну вы это видите. Ну это невозможно, блядь. И я Туре, блядь, с метра бьет и попадает прям в голкипера. Ну такого анлаки я, блядь, не припомню уже давно, очень давно у меня такого не было. Ну что, прям настолько пиздец, блядь. Ну что, блядь, сука, 6 моментов нахуй не реализовать, 100-процентнейших. Я эту Туре хорош схавал в центре поля. Но принесет ли нам это плоды, сейчас, собственно, узнаем. Блядь, ну вы посмотрите, как они бьют, ну это просто ужас ебаный, блядь. Теперь Павлидис, блядь, не забивает, стоп. Блядь, ну я ж не мог разучиться играть, блядь, за один ролик, ну это ж бред. В прошлом ролике идеально нахуй все получалось. В этом, бля, просто какая-то трагедия ебаная. Вау, забили еще один. 7-4, есть шансы. Вау, вот это, блядь, скок. Как от дерева просто. У меня нет слов, короче, это самый пиздецовый матч за последнее время у меня. Такого я, блядь, не припомню. И не сказать, что соперник какой-то сильный, блядь. Лучший игрок матча у меня Де Йонг, на втором месте Тадич. Блядь, это, конечно, фантастика, что сегодня Тадич натворил. Бля, ну вы посмотрите на статистику, ну это невероятно. У меня, блядь, 18 ударов, 7,3 XG. И это, блядь, не какие-то там лонгшоты с 30 тысяч метров. Нет, это, блядь, моменты 100-процентнейшие, которые должны были залетать. У него 12 ударов, 7 голов, блядь. Ну, я понимаю, короче. Этот ролик нацелен на бомбежку. Иногда мне в комментариях писали: Андрей, почему ты так мало бомбишь? Потому что я не играю за такие хуёвые команды, видимо, блядь. Ну, это пиздец. Ну, чтоб прям настолько уёбищная команда у меня была. Я прям не припомню такого. Локомотив. Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Погба. Еще один, блядь, мастершот пауров. Да вы чё, все охуели, блядь? Так... Понимаю, блядь, Ди Мария Яя Туре отталкивает. Но Яя Туре все-таки отбор делает. Блядь, теперь Кудуса пиздят. У меня просто непонимание и охуевание от того, что происходит на поле. Заранее извиняюсь за нытье, за бомбежку, но это те эмоции, которые я сейчас испытываю. Если кому-то кажется это каким-то слишком негативным, агрессивным контентом, просто выключите видео. Я вас предупредил, что дальше, наверное, будет хуже. Так, Тадич. Пожалуйста. Ебаный ты урод, блядь. Тадич опять с метра не забивает. На-на-на, хорошо. Как все прекрасно было в прошлом ролике у меня. А в этом просто пиздец какой-то. Вот так вот делаем. Так, так. И вот так. Кудус, хорош. Вот Кудусу респект. Так, Яя Туре, хороший перехват. Яя Туре мне нравится. Понятное дело, что это карта метовая. И он не может не нравиться. Опять перехват делает. Но про остальную команду я не могу сказать то же самого. Короче, я так подумал, нахуй эту схему. Видимо, в ней проблема. Я не понимаю, как моя команда расположена. Почему-то все так хуёвейшим образом. Так, Яя Туре, хороший перехват. Еще один, и какой пас от Яя Туре. Но здесь Павлидис.
блять, ёбаный Павлидис, ёбаный Тадич, ёбаное все в атаке у меня, как все хуёво, блять. Я Туре, благо, еще один перехват делает, еще один шедевральный пас отдает. Де Йонг, ну блять, почти получилось. Да, друзья, не думал, что все настолько трагично будет в этом видеоролике, блять. Реализация, конечно, на нахуй. У меня ЦЗшник бежит в атаку. Не знаю зачем. А вот зачем. Ха-ха! ЦЗшник просто побежал, дал ассист на Де Йонга. Там 1000 рикошетов и фифа во всей красе. Ну, вот сейчас мне игра, так скажем, отдала должок небольшой. Так, Туре еще один шикарнейший перехват. Павлидис, на нахуй, блядь. Все! Команда завелась, друзья. Надо было всего-то навсего схему поменять. И все, игра пошла. Здравствуйте. Яя Туре, всех обошел. Так, нужно хороший пас отдать. Бля, Яя Туре, какие пасы гениальные он отдает. Просто 10 из 10. Реально, вот пока я замечаю у него отборы крутые и пасы. С ударами пока не знаком. Ну, так как он в центре поля бегает. Да, какие-то неоднозначные ощущения. Особенно после первого матча. Туре 2 ассиста отдал, прошу заметить. Так, следующий соперник. Тоти, Бензема, Гаринча. Также у него Де Йонг, Верман и Диаби. Окей, метовая команда. Я сразу перестраиваюсь на 4-4-2. Ну его нахуй эти эксперименты, я понял, ни к чему хорошему не приведут сегодня. Кудус вижу забегает. И забегает неплохо, кстати. Ну а нахуй, слушайте, Кудус мне нравится. Открывается, что-то забивает голы у меня. Блять, Тоти, Бензема. Не, ну... Откровенно скажем, Рули это тот еще рофл, блять. Вообще все пускает. Вот такой пас на Павлидиса. Хорош Павлидис. Быстро киков не забиваем. Так, я Туре схавать. Схавать. Хорош, я Туре сажал. С потрохами. Ай-яй-яй, Де Йонг бежит. Де Йонг бежит. Остановить, блядь, Де Йонга. Бля, ну это рофл. Я не знаю, как мне играть с этим голкипером ебучим Рули. Пожалуйста, хоть один сейв. Да, веселый матч нас ожидает, я уже чувствую. Опа. Что за пас, блядь? На сантиметр, блядь, ебаный пас не смог отдать. Да, давайте, пиздите друг друга, блядь, в защите, конечно, блядь. Блядь, что не удар-то в гол? Я уже в отчаянии каком-то, блядь. Так, Кудус, братан, дай ассист, пожалуйста. Спасибо хотел сказать, блядь! Но с метра забить это невозможно, блядь. Это гол, блядь, тут даже к бабке не ходи, блядь. Все понятно. Так, Кудус. Вот, Кудус, хорошо, да! Как тяжело играть, сука! У меня сейчас истерика будет. Тадич! Ну, Туре. Спасибо, Турешечка. Турешечка выручил меня. 3-4. Ебать, я в ахуе. Вы это видели? Зафиксируйте и показывайте всем. Рули сделал сейф. Невероятно. На нахуй, блядь! Кабачим, блядь! 4-4. Никогда не сдавайтесь, пацаны. Даже если вы играете хуёвейшей командой. Даже если у вас на воротах стоит долбоёб, который пускает каждый удар. Я сдаюсь, всё, блядь. Я сдаюсь, блядь. Я не могу в это играть. Я не могу в это играть, блядь. Иди нахуй, блядь. И ты иди нахуй. И ты иди нахуй. И ты тем более иди нахуй. Сейчас игра пойдет. Я вам отвечаю. Это Габриэль Жезус, блять, нахуй. Вот, блять, настоящий форвард. Вот настоящий форвард, который может взять всю защиту, накрутить на своем хую, блять, и забить гол, блять. Сосать, блять. Сосать, блять. Я Туре, блять. Я Туре, блять. 5 ебаных 6. Голова разболелась аж от такого выпуска. Вы простите за чересчур мою эмоциональность, но это реально пиздец какой-то был. Типа, блять, я не знаю, такого я давненько не видал на своем веку. Я Туре 2 голешника, Жезус вышел гол, Павлидис гол плюс 2 ассиста, Де Йонг 1 плюс 1, Кудус 1 плюс 1. Да. Интересно, а кто худший игрок у меня в матче, как вы думаете? Вот просто предположите. Тадич, блядь. Худший игрок матча Тадич. Так, Гатуза, Тоти Модрич, Тороса, Кочча, Джерард. Ну, такая команда, сомнительная. Можно разъебывать, хотел бы я сказать, но внезапно вспомнил, какая у меня команда, блядь.
Ебать, пас. Ну, это гол, скорее всего, потому что у меня Руди на воротах. Мне просто повезло. Тадич. Хороший пас, на удивление, от Тадича. Вниз, Яя Туре. Бля, может, с геймпадом какие-то проблемы? Я не понимаю. Искренне не понимаю, недоумеваю, что стало, блядь. Я же не мог реально разучиться играть за один видеоролик. Ну, кто-то может сказать, да, ты и не умел играть, хуй ты ноешь. Ну, тоже будет честно, справедливо. Ну-ка. О, бля, как он долго бил по этому мячу. Кудус. Опять Кудус забивает, прошу заметить. Кудус красавчик. Все-таки есть подозрение, что с коннектом какая-то хуйня. Ну, сейчас мне он гол забьет, потому что я его, во-первых, догнать не могу. Во-вторых, у меня Рули на воротах. Даже я, при том, что пытаюсь его двигать, ему вообще до пизды. Это просто кошмар. Просто каждый раз я пытаюсь какую-то причину найти в той или иной ситуации. Я типа не тупо как бы ною говорю, ой, бля, игра плохая. Вот сейчас что это было? Ну вот объясните. Вот сейчас игра говна просто была, блядь. У меня 13 ударов, один гол, у соперника 3 удара, тоже один гол. Ну один ссор, прошу заметить, поэтому я и пропустил. Так, Яя Туре, хороший пас нужен. Шикарный пас от Яя Туре. И Павлидис забивает. Так, Тадич подает. Плохой знак. Хотя нормально, 3-1. Блять, еще один мастер хай прешера. Ну это гол. Блять. Мой любимый счет 3-3. Это гол. Если он сейчас ударит по воротам, это гол. Это гол. Ну и посмотрите, какой гандон, блять. Все повторы начал смотреть сразу же. Как начал выигрывать, все повторы начал смотреть. Хуило ебаное. Ну, эта сучка тянет время, ну, посмотрите, блядь. Ну, вы посмотрите на эту сучку, блядь, тянет время. Блядь, ну, посмотрите, блядь, как он удачно сам себе пас дал. Жопой лежачего, блядь, чувака, ты заебал. Блядь, хватит тянуть, сука. Заебал, нахуй, блядь. Все, в этом матче я, скорее всего, въебал, блядь. Соперник не хочет идти в атаку. Ну, я его не осуждаю в любом случае. Статистика. 16 ударов, 3,2 XG. У соперника 6 ударов, 4 в створ. Все. Блядь, ну, реально, это какой-то кошмар. Это просто ужас ебанейший. Просто кошмарище, блядь. Так, ты, как официально самый худший кусок говна, квикселишься. На ворота просто ставлю Дехею и пойдемте. Отыграем последний матч. Так, Касильяс, Десаи, Тадич, Туре, Альваран, Бергвайн, Кудус. У него тоже 50-50 голландцы. Так, Яя Туре. Хороший пас, шикарнейший. Чувствую, это голевая. Пацаны, чувствую. Чувствую! Чувствую, бля! Блять, еще один шот пауэрмастер. Но, к счастью, у меня на воротах стоит голкипер, блять. Да. Это тот, кто тащит мячи, блять. Вот вам сравнение яркое. Посмотрите на Дехею, блять. И вспомните предыдущий кусок говна, блядь, который стоял. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Так, Яя Туре тут прибежал, чтобы отдать голевую. Красавчик Яя Туре. Очередной респект тебе выражаю. Ну, быстрая кик-оффная. Ах ты. Не-не, братан, такие мы контрим. Тадич бежит, нихуя себе бежит, Тадич. Ну-ка. На нахуй, блядь, сосать, блядь. И лежать, как говорится, выебываться будет. Он сейчас опять это говно захочет сделать. Блять, на этот раз почти прошло. Может и пройдет. А, нет, не пройдет. Все. Блять, все-таки прошло, пацаны. Все-таки, сука, у него прошло, блять. Что за огненный выпуск сегодня, пацаны. Надеюсь, вы уже успели въебать лайк за столь эмоциональный ролик. За столь невероятные матчи, блять, камбэки. Ну, как бы. Я не знаю, стоит ли вообще что-то говорить. Мне кажется, вообще не стоит. Короче, все, блядь. Я опять выпускаю своих топчиков. Не хочу это сильно растягивать. Вот так вот делаем. Санчес бежит. Санчес перебрасывает. И счет становится 5-4. Вот так вот. На тебе еще один, блядь. Ха. У него тоже Тадич не забивает, пацаны. Все-таки проблема не во мне, а в Тадиче. Так.
Это Габриэль Жезус, здравствуйте. Такие он не прощает. Все-таки какая же пропасть между нарисованными этими статами и между топовыми пацанами? Да, он здесь мне еще один забьет, может поуебываться немножечко, но вряд ли сильно тебе это поможет. Все, друзья, 7-5. Счета, конечно, сегодня просто ебанутишие. Ой, бля. Так, ну что, друзья, стоит ли подводить итоги, или вы сами все поняли без меня? По защите полное говно. Я даже не понял, были ли у меня вообще защитники, поэтому сразу их продаем. Но этого не продаем, это у меня антрейд. По полузащитникам, Верман. Тоже хуета какая-то, один ассист где-то наковырял. Туре просто бист, бистейший. За 6 матчей 2 плюс 5. Вот он прям очень сильно выделялся среди кучи говна. Вот этого вот всего нарисованного. То есть у него и пасы охуенные, и в принципе дриблица неплохо. Защита топовая. Передачи прям вообще конфетка. Короче, я и Туре не зря стоит 4 миллиона монет. До сих пор не могу поверить своему счастью. Так, Кудус тоже один из тех, кто в принципе хорошо отметился. 3 плюс 6. Неплохо двигался, отборчики делал, голы, ассистики отдавал. То есть вот эта карточка приятная. Не могу сказать, что она претендует на мой основной состав, но поиграть как минимум было неотвратно. Поэтому Кудусу ставлю, ну, где-то 7-7,5 из 10. Так, Павлидис 5 плюс 3 сделал, и все, мне больше нечего сказать. Ну вот, типа, была карточка, что она была, что не было. Вроде как бы и 5 плюс 3, казалось бы, неплохо, но двигается он отвратительно. И троечка на финтах, если бы он забивал бы все свои моменты, наверняка он бы десяточку смог наколотить, поэтому Павлидис хуйня полнейшая. Вот Де Йонг более-менее, вот он прям как-то выделялся среди всей этой массы, тоже 5 матчей, 8 плюс 4, статка в принципе неплохая, вот за него по фану можно поиграть, не жалею, что я собрал его в СБЧ, ну и Тадич. Это просто худшее, что со мной случалось, 2 плюс 2, сколько моментов он заруинил, это просто кошмар нахуй. И он еще неповоротливый, рост 1,81 м, что у него там по балансу, ловкость 80, ну понятно, короче. Просто телега ебаная. Возможно, в хорошем коннекте я бы по-другому запиздил. Собственно, вот такое вот ревью. Если вам понравился бомбящий горячий видос, оставляйте ваши лукасы, классный комментарий. Ну а мне осталось лишь напомнить, что с вами был я, Пандосов Иксович. Всем спасибо за просмотр. Чао, какао.